Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и мы давно мы не играли уже в GTA Trilogy Definitive Edition. Короче, пришло время вновь сыграть. Vice City у нас сегодня, и сегодня мы возьмемся за... Сейчас ответим на звонок сначала, потом скажу. Вот напасть-то, а. Короче, сегодня наши цели — это Love Juice, это группа музыкальная, рок, если я не ошибаюсь, и сегодня наши задания будут от этой группы как раз. Попробуем до особняка сначала доплыть, немного это долго будет. С этой лодки вот не очень-то удобно сходить, потому что, видите, провалиться можно под воду. А Томми у нас плавать не умеет. Кстати, я слышал, что вроде как скоро должен выйти какой-то новый патч для GTA Trilogy. Вот только что в нем добавят, я пока не знаю. Но надеюсь, что там будет что-то интересное. Не просто исправление багов. Я был бы лично не против, если бы туда добавили возможность перепроходить пройденные миссии. Вот это я бы прям... Вот это я бы прям очень бы сильно хотел. Этого очень сильно не хватает игре, я считаю. Ну, впрочем, по-моему, пока не разглашают, что там будет. Так, вот, доплыли. Так, надо вплотную встать вот сюда, чтобы... Давайте сначала ответим, потом... Томми, это Пол. Я тут слышал, что ты опять отличился. Кто-то затаил на тебя обиду после того, как ты стал проворачивать в городе серьезные дела. Не говори, что я тебя предупреждал об этом. У меня сведения точные. По слухам, твою голову уже оценили и за тебя принялись всерьез. Так что будь осторожнее и не забывай про меня. Так, вставим вплотную, чтобы не провалиться в воду. Лодку все равно покачивать, правда? Во-во, теперь выбрались. Дайте пройти. Надо зайти в дом, сохраниться. Блин, здесь нету прохода. Потому что я там не сохранился. Я вообще, кстати, после того, как последний выпуск записал, вообще не заходил в игру. Ну, а теперь мы возвращаемся к ней, как вы уже поняли. Так. Ничего себе, тут денег уже накопилось. Пока нас тут не было. Впрочем, это не максимальное количество пока. Что у нас по оружию? Оружия у нас хватает. И брони тоже, в принципе, хватает. Сагонская пойл. Логово копов меняем. Так, нет. Ночь нам не надо. Нам нужен день. Другое дело. Так, ладно, поехали. Да садись ты в машину, ё-моё. Ставим метку туда и едем. У нас там еще эти гаитянцев задания еще есть. После Love Fist займемся ими. Обязательно. Блин. Ненавижу, когда так резко кто-то поворачивает.
Что же будет в этом патче? Вот реально прям интересно. Потому что вот патч, который сами рокстаровцы делали, кстати, он исправляет почти все косяки, которые были в ремастере. Например, то, что когда на крыше стоишь, всю карту видно. Туманного эффекта никакого не было. Это поправили. Также многие недоделки исправили. Причем патч сами рокстаровцы делали, а не эти криворукие Grove Street Games. Но, к сожалению, это не спасло игру от провала. Осадок, потому что, как говорится, остался. Но я уже не раз говорю, мне ремастер нравится. Графика меня впечатлила. И я с удовольствием в нее играю. Так. Love Juice. О, да! Просто офигенно. О, Томми, ты приехал, отлично. Ты пересекался с Лафист? Нет, но я тащился от ваших песен. Смотри, это Перси, Дик, Вилли на толчке, а в студии еще джаз был. А я вам представляю своего лучшего друга, это Томми. О, привет. Как тебя там звали? Да ладно, Джесс, ты ведь помнишь. Не шути со мной так, меня не надуешь. Видишь ли, Томми, ребятам нужна помощь. У них тут нет ни связи, ни знакомств. Нам нужна наркота, приятель. Хотим подзарядить свой старый добрый Лафис. Ну это же Vice City, в чем тут проблема? Это Love Juice, нам нужен Love Juice, приятель. Love Juice? Да, и две части взрыв фойла, одна часть дурмана, пять шипучек для ванны и литр бензина. Можешь нам помочь с этим? Ребятам это важно. Ты можешь им все это подогнать? Конечно, могу. Хотя с наркотиками я, конечно, связываться не люблю. От них пользы не бывает. А, сюда надо на машине встать. Еще, у меня кое-что есть. Ну, спасибо за бабки, говноед. Ах ты, скотина! А ну, стой! Поскольку мы на машине, его будет легко убить. А, еще легче даже. Даже еще легче, потому что он лох. Слушай, приятель, ребят, там тут одиноко. Сейчас о чем я? Я знаю одну девчонку. Мерседес Кортес. Да, машина у нас побита значительно. Девок на такой не покатаешь. Ну ладно, игре все равно пофигу, так что... Поехали. Блин! Физика у машин тут, конечно, зафигенская. Да ё-моё, я же говорю, зафигенская. В плохом смысле. Было бы также, кстати, неплохо, если бы в Vice City чекпоинтов бы понадобавляли в миссиях. А то они только в Сан-Андресе есть. И это не очень-то радует. Так, все. Доехали. Привет, Мерседес. Привет, Томми. Как дела? Слушай, хотела бы ты увидеть Лафист? Окей, но за тобой остается должок. Надо меньше, чем за 2 минуты доехать до туда. Если эта зафигенская физика машины срабатывать не будет, то ничего страшного не произойдет. Дождь пошел. Дождь,
Да, дождь какой... Ой, нет, только не тормози. Дождь в... первой версии ремастера был довольно отвратителен. Особенно ночью, он просто глаза резал. Ну, в соответствии рокстаровцы это поправили. Теперь дождь не такой ужасный. Ну, все же, я никогда не любил дождь в GTA. Впрочем, как и в реальной жизни. Конечно, в реальной жизни дождь бывает полезен, например, весной, когда, например, растения растут, а во-вторых, о, вообще быстро доехали. Скользим чуть-чуть, ну и ладно. Увидимся позже, крепыш. Кстати говоря, в другой одежде она. И вот это платье, которое в первом выпуске у нее было, мне нравилось больше на самом-то деле. Дождь полезен. Во-первых, растения растут, а во-вторых, весной. Вот у меня аллергия на цветение. Пыльцу смывает. Очень полезно. Как дела, приятель? Это снова Пауло. Я забыл сказать, что тут нужна дополнительная охрана на концерт. Несколько крутых парней. Есть одна байкерская банда и ее главарь Митч Бейкер. Байкеры — это рок-н-ролл. Было бы круто для пиара. Устрой это для нас, я тебе организую пропуск на сцену. Окей? Байкеры, конечно. Пики, знак. Так. Там еще есть миссия? Psycho Killer. Томми, приятель, как мы рады тебя видеть. Дело плохо, Томми. Кроме шуток, все серьезно, я тебе говорю. В общем, этот парень, мы почти не знаем, что это за идиот. Но этот парень серьезный, про нас все знает. Он знает, что даже Вилли женское белье любит. А Джесс вообще овец страх. Овцы созданы... Да, заткнитесь вы, короче. Этот парень мечтает грохнуть лафист. Убей их, Томми. Он бах хочет сделать, короче. Нам через 2 часа раздавать автографы, и мне кажется, что он, этот психопат, попытается что-нибудь отмочить. Ой, хорошо. Лавфист. Автомобиль так и называется. Лавфист. Даже на номерном знаке написано Лавфист. Чтобы эти лафисты сдохли. Лафист грохнули мою жизнь. Лафист никогда не жить потом после этого. Не только сами лафисты женскую одежду любят, как вы и я понимаю. Блин, догнать его на этом лимузине будет непросто. Особенно когда мне что-то мешать будет. Ну все. Нехило так поломали лимузин, поэтому берем какой-нибудь мотоцикл и едем к байкер. Следующее задание от Лавфист будет доступно только после их миссии. Так что погнали к ним. Знак пики. Хорошо, что полиция знает. Маршруту, по-моему, я поехал, ну окей.
Alloy Wheels of Steel. Где Бейкер? Я ищу тут большого Митча Бейкера. А кто спрашивает? Томми Версетти. Версетти. Ты не похож на копа, и это дает тебе пару лишних минут. Давай, говори быстрее. Кен Пол сказал, что тебя может заинтересовать охрана концерта, который собирается услышать. Кен Пол? А. Ну, это не удивительно. В прошлый раз, когда он был здесь, ему пришлось покинуть помещение через окно. В чем мать? Тебе это интересно или нет? Мы работаем только на своих. А как мне стать своим? Это тебе не цветочки, паренек. Ты на байке кататься умеешь? Можешь сесть на стул и выпить? Пума, Цепелин, идите посмотрите, как этот чувачило обращается с мотоциклом. Чувачило, ну и придет же в голову, блин. Ага, вот мотоцикл. Ну давай, модничек, посмотрим, на что ты способен. Чё сразу третий-то? Подождите, а чё четвёртый-то? О, второй. Блин, немножко темновато, если честно. Но я постараюсь разглядеть по-нормальному. Тоже мне байкеры. Сами кататься не умеют, еще и других учат. Да я лучше байкеров, я же... О, блин. Да, поворачивать на мотоцикле не очень-то удобно. Всегда на поворотах я снижаю скорость. Ой, догоняют. Снижаю скорость, чтобы не врезаться никуда. Но здесь приходится подтормаживать, потому что по-другому тут хрен что получится. Блин, только бы не догнали. Что-то они там совсем отстают, я даже сзади их не вижу. Надеюсь, они не поддаются. Хотя зачем? Какая выгода им поддаваться? Messing with the man. Ха, вот я тебя и сделал. Ну, здорово, Версетти. Пума сказал, что ты классно все-таки водишь байк. Ну и долго мне глупостями тут еще заниматься. Я очень занятой, как вы понимаете. Мне надо с кем-то подраться, так что говори. Наша суть не только в драке. Мы все тут как семья. Я тут был уже частью какой-то одной семьи, и ничего хорошего из этого. Да, но наши братаны защищают друг друга. Мы никого не просим делать грязную работу, чтобы бросить их в тюрегу на 15 лет. Не удивляйся, я на весь дал справки. Это огромная семья изгоев, Маргарита. Кроме того, нас предала собственная страна. Во время войны Вьетнаме я сидел. Поэтому и хотел бы подгадить властям, да? Этой долбанной стране нужен пинок под зад. Поэтому бери байк и покажи городу, что ты реально зол. Ай, ладно, ладно. Во-первых, нужно... Во-первых... Здесь, короче, надо устраивать по-настоящему хаос. И самый лучший способ это делать, это взрывать машины. Прям взрывать, не щадя ничего. Ну давай взрывайся уже, чего ты? О, повышение пошло. Еще повышение.
О! Агенты подъехали, что ли? Ну чего она не взрывается-то? Короче, надо в другую часть города, наверное, ехать. Тут машины уже закончились. И желательно там, и желательно остановиться бы там, где поменьше копов. Копы будут ужасно мешать. Где-то на автостраду надо выехать. Блин! Идите нафиг. Копы ужасно будут мешать нам. Так, поезжаем вот сюда. Блин, здесь тупик. Ну там-то, я надеюсь, есть выход. Бронежилет тут есть, но бронежилет, я думаю, нам не нужен сейчас. А, раскладывают шины вообще не там, где надо. Просто красавцы. О, нет. А, нет, все, я не успел. Срывайся, скорее. Не получится. Давайте еще раз. Копы очень сильно помешали мне. Давайте в другое место поедем. Где по... Надо на... Надо на трассе где-то это делать. Где как, где больше машин. Вот здесь, например. Вот, тут дофига машин. Сейчас мы им тут устроим. Так, продырявили колесо, значит, теперь не уедет. А, гаитянцев, гаитянцев нам и так мочить надо. Ой, блин. Нет, куда ж вы уезжаете-то? Подождите. Ой-ой. Понаехали. Еще немного давайте. Еще чуть-чуть давай. Так, машина вроде бы это на ходу. Так что надо по-быстренькому найти вот это. Да, едем сюда по-быренькому, чтобы сбросить розыск с себя. И нам парочка миссий еще остается, и на этом все. Машину перекрасили, причем в довольно-таки хороший цвет. Где? Я забыл они. Вот они. Чё, вот следующее задание от байкеров. Я не помню, что там надо будет делать. Хог тает.
Привет, Митч. О, вот и наш крутой парень, Берседи. Теперь я хочу посмотреть, как ты можешь за своих постоять. Местное уличное варье угнало мой мотоцикл. Наверное, очень крутыми себя возомнили. Не знаю. Мы с ребятами собрались поехать и проучить их как следует. Ну а потом... Потом я подумал, что это будет для тебя отличным обрядом посвящения. Верни мой байк, и можешь сказать Полу, что охрана на концерте будет. О, ладно, сейчас. А, все, вспомнил, как это надо делать. Там надо будет прыгать по лестнице. Быстрый байк, да. Надо на лестницу и залететь прям туда. Я помню. Вспомнил я. Да. Да блин, ну зашибись. Сами в меня врезались. И мне нарушение, блин, да? Так, вон там лестница. Отлично. Да что вы говорите? Ничего, мы их сейчас перестреляем. А, тут есть еще. А, так, надо отойти подальше, чтобы сильно не навредили. Их число не бесконечное, так что выдержим. Когда они закончатся-то уже? Так, все, вроде больше не бегут. Вот тут еще внизу есть, например, вот этот, который застрял. Сейчас еще и этот поднимется. Так, надо на чеку быть. Они тут могут понавыходить еще. Неправда. Так, ну все, байк. А чё байк? Байк вообще, по-моему, такой же, как на котором я приехал сюда. Так, а как выбраться отсюда? Теперь скажите мне. А, по лестнице заберемся и спрыгнем потом. Так, надо разгон набрать. Назад сдавать на мотоцикле, это, конечно, та еще. А, погодите, можно же сюда прыгнуть. Вообще не сложно. Ой, погоня за нами, походу. И даже не одна. Вау! А куда байк-то улетел? А, вот он. Отвалите вы от меня, а. Ой, ладно, хорошо, что здесь проезд есть. А там что за тревога? Что за сигнализация? Хорошо, что за нами полиция не гонится.
Ну и, ну вот и все. Ну что ж, осталось последнее задание. Едем к лавистам. Я помню, что там надо делать. Задание несложное, надо просто соблюдать этот. Надо просто стараться баланс соблюдать. Поехали побыстрее. Долго уже записываем. Но оно того стоило. Я считаю. Привет, это Митч. Ты все прекрасно сделал, Томми. Я рад заполучить твою красавицу назад. Свою. Скажи Кенту Полу, что охрана будет на концерте. Обещаю. И не влезай в неприятности сам. Publicity Tour. Томми! Томми, слушай, этот маньяк снова здесь. Эй, как? Этот псих не отстанет от Лавфист. Ты не грохнул его, он вернулся. И дело в том, что нам нужен надежный человек, чтобы вести машину. Потому что этот псих не уймет. Я... А, да, тут все на нервах. Тихо, тихо, я все сделаю. Обычно я в жизни не повез бы компашку шотландских бухих бисексуалистов, но для вас сделаем исключение. Как он вернулся? Мы же замочили его. Это что за музыка? Как ее вырубить? Ну вот, пришла пора вмазать. Мы честно заработали. До концерта всего сотню ярдов ехать. Значит, успею нажраться. Томми, смени музон, чувак. Я сам не свой, когда не трясу патнами. А что это? Поставь-ка эту кассету сюда. Лавфист. Хватит вам гадить в радиоэфир. Я дал вам шанс остаться друзьями. Теперь я дам вам шанс умереть. Попытайтесь остановить лимузин, вы взорвете все свои жирные жопы. Томми, дружище. Спасай группу. Как же достало. Втопи педаль. Блин, надо отыскать бомбу. Или мы так весь день кататься будем. Надо... Бомба в движке. Надо бы остановиться. Если остановимся, то бабах будет. Руки прочь от бара, не мешайте мне только. Тут восточные будут какие-то проводки. Это не водка, это взрыв койла. И на ней детонатор. Короче, в этой миссии... А, мне всегда говорили, что бухло меня погубит. Я знаю, по телеку видел, надо выдернуть провод какой-то. Я, правда, не знаю. Бумс. Короче, в этой миссии нельзя. Вообще нельзя останавливаться, иначе бабах будет. И вот из-за дождя это будет труднее. Хорошо, что можно пропустить эту сценку. Радио только не переключается. Здесь надо очень осторожно ехать, потому что, во-первых, из-за дождя скользить будет, а во-вторых, никуда нельзя вписываться. Будем ехать не очень быстро. Да, вот что происходит, если... Да, ну тут препятствий слишком много, давайте еще раз. О, все, наконец-то. Рок-н-ролл жив. Поехали на концерт. Будем жечь и жевать на фонарь. Плевать. Love Feast. А что там с бутылкой? Так, вот в чем минус тут? Не переключается радио в этой машине. В этой миссии, по крайней мере. И вот авторские права за это прилететь запросто могут.
Ух, бомбу обезвредили, слава богу. Я попыток 10, наверное, на это потратил. Врежешься в кого-нибудь и все, бабах будет. Так. Надеюсь, авторских прав за это не прилетит. Хотя может запросто вообще. И монетизацию за это убрать могут. Приехали. Джесс прогоняет фонограмму. А пока мы хотели показать тебе наш дам Рока. Приобщись к бешеному драйву. Для людей это храм, а мы жрецы. Ну а если публике нравится жить себе слуха и голос, я что, спорить буду? Песенку заживала, что ли? Как же мы концерт будем играть? О, блин, у меня живот, кажется. Ладно, нам надо поторапливаться. Еще раз, Томми, спасибо. Я говорю, пока. Все, Love Feast. С группой Love Feast наконец-то все это прошли мы сегодня. Долго довольно-таки проходили. Байкеров тоже прошли. Томми? Да. Это Бейкер. Я хотел сказать, что мне очень понравилось шоу. Мы с ребятами хотели поблагодарить тебя и напомнить, что мы тебя уважаем. Счастливо и удачных дорог. На сегодня все, с вас Лекос подписался, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на стримский канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.